Всем привет! Сегодня у нас косилка Заря, к мотоблоку Нева. Вот в таком состоянии она мне досталась. Один диск левый немного деформирован. Сейчас мы его установим на мотоблок и попробуем ей покосить чего-нибудь. В общем, вот такая вот получилась первая проба косилки. Понятно, что первый раз, много не получается. Но думаю, надо ее усовершенствовать, поставить новые ножи. Сейчас покажу, как это все выглядит. Ну вот, на косилке не хватает одного ножа. Сейчас пытаемся снять один нож как образец и сделать примерно такой же. Здесь вот забит шплинт. Здесь вот его усики загнуты. Пока не поддается. Изготовили новые ножи для косилки. Сталь толщиной 2 мм. Сейчас их будем устанавливать. Никак пока не удается снимать эти ножи. Вот мы один поставили уже на гвоздь. Но придумали простой способ для снятия ножей. Просто даже не выдирая шплинт. Вот он на месте остался. Просто ставим нож. Наставляем зубило, молоточек побольше.
двух сторон выбиваем его. Сначала с одной стороны. И теперь с другой стороны. Ну-ка сильнее удар. Вот и все. Нож вылетел. А потом останется только убрать шплинт. Вон он остался. И вставить новый нож. Все оказывается просто. Ну вот, сняли все ножи. Вот уже. Сейчас будем устанавливать новые. Ну вот, собираем мы диски, ставим ножи на место. Значит, вместо шплинтов используем гвозди. И короткий кончик загибаем, чтобы он, когда поворачивался сюда, не мешал ножу вращаться. Ну вот, собрали мы диски. Сейчас будем ставить их на место. Вот сделали новый рычаг еще. Тот лопнул. Вот так вот он выглядит. Вот так вот он стоит на обычных стандартных колесах. Вот получается высота скашивания. Запускаем.
Сейчас посмотрим, как он справится вот с таким бурьяном. Высота больше метра. Как будто и не замечает. Надо участок поровнее, здесь одни ямы. Хотя все равно берет, косит. Ну, вот как получается. Ну вот такая вот получилась косилка с новыми ножами. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а пока, всем пока, всем удачи.